И еще одно детище Каннской театральной лаборатории готовят к премьере. Спектакль для семейного просмотра «Черная курица» московским режиссером Алексеем Размаховым был задуман в прошлом году. А уже в этом театральном сезоне вырос в полноценную постановку, которая заставит всех задуматься. В нем очень много чудес. Хотя, когда я сама смотрю, мне очень грустно кажется. Я говорю режиссеру, зачем мы сделали такой грустный спектакль. Вот. Он говорит, грустный, но красивый. Она наша жизнь, она, мне кажется, так как-то строится. Сначала весело и здорово, и забавно, когда детский возраст. Потом как-то немножко грустно в конце. А потом у меня есть очень большая надежда, что светло дальше. Премьерные показы спектакля «Черная курица» состоятся 10 и 11 ноября. Вас ждет настоящий полет над обыденностью, и для вас приоткроется завеса тайны человеческого существования, обещает режиссер.